В магазины поступили свежие огурцы из тепличного комбината «Солнышко». О процессе взращивания, сортах и их популярности среди местного населения расскажет Елизавета Кабанова. В нашем округе посев огурцов начинают на месяц позже, чем в соседних регионах. Все из-за короткого светового дня. Плюс ко всему, само выращивание тоже дается нелегко. В теплицах отсутствуют современные технологии, да и грунт приходится менять почти каждый год. В этом году мы выращиваем огурцы трех сортов. Это Миамара, Ярослав и Мева. С Мевой мы уже знакомы. И Миамару мы в прошлом году выращивали. Вот. А Ярослав – это новый сорт. Мы подбираем сорта, которые считаем, что будут более устойчивы к проблемам выращивания на грунте в наших теплицах. Советуясь со специалистами, сотрудники узнают рекомендации по выращиванию каждого сорта. Несмотря на имеющиеся трудности, работники теплиц стараются поддерживать нужный микроклимат. На первых сборах урожая уже сняли более 300 килограмм. Продукцию можно увидеть на полках магазинов. Северные огурцы пользуются большой популярностью у местного населения, так как они выращены с любовью и они абсолютно экологически чистые. 3 дня, как огурчики появились, только сбор еще начался. И вообще-то у нас уходит очень хорошо. 50 килограмм примерно в день у нас уходит сейчас. Это, ну, еще у нас цены немножко так только-только начала. А потом вообще у нас хорошо, очень много идет. И в пределах 100 килограмм уходит, и больше. Выбрали среднеплодные огурцы, так как это более выгодно для производства и сбыта. Как нам рассказала Галина Чебыкина, плоды выращивают в продленном обороте. Посев в конце января, в феврале рассаду пересаживают на грядки и уже в марте снимают первый урожай. Огурцы, выращенные в тепличном комбинате, радуют местное население до сентября. Дальше растениям не хватает светового дня, и поэтому начинается этап подготовки к новому посеву. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, телеканал «Север».